Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, у нас задание дня, ранний доступ, давай посмотрим. Кто-то подсунул гранатомную бомбу в стратегическую колоду Бабаха. А война клононасов. Окей. Ну что, давай попробуем выиграть. Получим с тобой 100 билетиков. Так, играем за Бабаха против Замеха. Так, а вот это уже интересно. Дают мне гриб. Я, наверное, его оставлю. Хотя, подожди, уже нет. Уже я передумал. Ну что, поехали. Нет, 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 нет. Давай-ка вот без этих выкрутасов, пожалуйста. Так, ладно, здесь мы уничтожили. Смотрим дальше. Так. А вот это уже плохо. Что мы с тобой сделаем? Она же будет прокачиваться, да? Она будет прокачиваться. Ладно, хорошо, давай сделаем она вот так все-таки. И вот так. Погнали. Так, мне достается трутовик. Так, это сейчас будет прокачиваться, это понятное дело. У нас еще один гриб есть. Так, слушай, ну это уже борзость. Вот что мне лучше сделать, а? Он по мне 3, да, влупит. 3 урона. Блин, трутовик что ли поставить? Ладно, давай поставим трутовик с тобой. И нанесение 1 единицы урона. Так, при игре. И, наверное, сделаем вот так. Поехали. Зомби получает плюс 3. Ёк-макарёк. Так, это не есть гуд на самом деле. Так, 11 хп остается. Ну что, превращаем или как? Сейчас посмотрим. Угу. 5-1. Нет, друзья мои, по-моему, тут пора превращать. Или все-таки бомбанем еще, а? Нет, давай, наверное... Твою налево как... Ну, все, короче, превращаем, да? Вот так вот сделаем. Это самый оптимальный вариант в данный момент для меня. А, у него же сейчас защита, друзья, сработает. Ё-моё. Вот это я лопухнулся. Зомби получает плюс 5 к здоровью. Ладно, у нас есть с тобой вот это растение, да? Страстная пассия. О, даже лучше. Вот так сделаем. Ну, ананасик, вжаривай. Так, у него 4 карты. Да хоть ты запрокачивайся тут. Возьмет дубликат. Слушай, ну тогда нам в любом случае надо будет это. Перемещать зомби на эту линию, при уничтожении наносит 3 единицы зомби. А он все дорожки занял, ты прикинь? Че тогда сделаем? 8 в лицо, ну как не хочется получать, а? Вот серьезно тебе говорю. Очень сильно не хочется. Тогда сделаем с тобой вот так, наверное. А здесь сделаем вот так. Иди сюда. Погнали. Надеюсь, тут никаких. Твою налево. Ты посмотри, что творит, а? О, даже как. Так, ну это мы подобьем Чувырлу. Вот здесь меня больше интересует, что будет у нас. Куда это оно?
Ну-ка, сколько мы ей нанесем урона? Угу. Три. Да что ж ты там чудишь, а? Давай я, короче, сделаю вот так. Кто у него там может быть? Я не знаю, друзья. Давай вот так еще сделаем. Ах ты, переманил, да? Окей, давай смотреть. Твою дивизию. Только вот этих мне не хватало здесь. Хлопчиков. А мне еще сейчас, по-моему, сделать, да, удар? Блин, ты посмотри, гадюка, а? Опять мне 8 в лицо. Ну, сейчас крышка тебе. Росточек. И что же у нас из этого росточка появится, мне интересно знать. Слушай, ну неплохо. Ну, естественно, естественно, он сразу же закипшевал. Так, ну что, у нас только один вариант с тобой. Вот так вот. Будем надеяться, что у него нет там особо сильных мощных карт. Тут обмен, понятное дело. Так, 4 в лицо. Уничтожает он мне. Так, и да, все. Все, ребята, победа. Очень круто. Почему победа, ребята? Потому что блокировка не сработала. У нас грибок был с мишенью. Ну что же, мы получаем с тобой сколько там? 100 билетиков, по-моему. Так, ну и сегодня я хочу добиться все-таки, чтобы у нас было 1000 гемов для того, чтобы приобрести пак. За кого мы там играли в последний раз? За бабаха. Так, ну теперь-то мне дадут сыграть за моего... Где он там? За моего ржавого разряда. Давай попробуем. Вчера у нас не получалось с тобой выйти. Вот, уже пошло другое дело. Так, я все равно пока слабенький. Против меня дают 15 ранг. И это у нас... Да-да, друзья мои, это у нас именно орех в доспехах. Так, ну у меня нет первого хода. Точнее, он есть. Но это именно шар. Здесь мы, наверное, сделаем вот так вот. Вытянем карту. Ага. Дэнс-площадочка, да? Он орех позвал. Ну, ореху мы ничего не сделаем. Даже урона не несем. Но зато я теперь представляю, ребят, на ком он собирается играть. На орехах. Поехали. Он будет играть на орехах. Угу. Даже вот так вот. Поехали. Да что такое? Сколько у меня шаров-то, эй? Такого быть не должно. Так, уничтожаем сразу два ореха с тобой. Хотя, подожди, сейчас посмотрим. У него еще 3 энергии есть. Прокачиваем, да? Понял. Короче, давай этого бомбанем. И вот этого. Поехали. Вот теперь вот, ребята, засада. Что за бред? Почему у меня 2 ракеты? 3 шара было. Это точно моя колода? Я ее не узнаю. Кого он сейчас поставит за 5 энергии? Крокодила. Ну что, крокодильчика мы с тобой уничтожаем. Это понятное дело. А он уничтожает меня. Понятно. Печалька. Блин, я хочу просто воспользоваться вот это. О, сумоист. Давай сумоист сюда возьмем. И как раз, наверное, воспользуемся все-таки заклинашечкой нашей, да? Блин, не дают. Не дают, ребята, мне воспользоваться.
Так, этого сюда. Этого придется ракетой бомбить. Нормуль, погнали. Чисто обмен. Защита. Ё-моё. А раньше ты не могла мне выпасть. Опять орех. Опять орех в доспехах, да? Короче, воспользуемся вот этим вот. Опа, шикарно. И уничтожаем орех с тобой. Так, отличные, ребята, карты. Можем воспользоваться. Значит так. Есть ли у него могилоед? Это можно, в принципе, проверить. Вот так. Все зомби-лаборанты, да? Давай проверим. Так, он сюда поставил грушу. Это хорошо, ребята. Опа. Опа. Тыква. Хм. Погнали. Ну, тыкву... Ребят, я только в одном убедился, что у него нету могилоеда. Поэтому... Поэтому сейчас мы сделаем с тобой... Немножечко по-другому. Поставим вот так. И, наверное, сделаем вот так. Просто для проверки. Хилка. Опачки. Хилка у тебя, да, значит? Неуязвимку вешает. Друзья мои, у меня, по-моему, нету... А, нет, есть ландшафт, но... Так, бессмертие пока получаем. Кого тут убрать-то? Этого? В принципе, можно. Погнали. Так, этот выживет, охламон, да? Тут сработает... А, нет, не сработало. 10 хп. Так, что же нам сделать? На кого будем ставить с тобой защиту? Наверное, скорее всего, на... Стража, да? На гладиатора межпланетного. Так. Что он еще делает? Защиту себе, понял. И хиляется. Угу. А вот теперь вопрос. Кого нам с тобой оставлять в живых? Кого, ребят? Ладно, пускай здесь, наверное, уничтожает. Мы поставим сюда... Нет, вот здесь пускай, наверное, уничтожает. Поставим с тобой сюда голема. Значит, нам остается прикрывать... Стража? Отличная карта выпала, поехали. Так, ну что. Не очень много вариантов, конечно. Но они есть. Если мы поставим с тобой этого. Так, это раз. Как бы хотелось этого, наверное, поставить сюда все-таки. Блин, лишь бы он не уничтожил меня. Сейчас проверим. Окей. Ничего не стал делать, да? Жалко, крейсер наш. Стража тоже уничтожат. Сейчас карту будем тянуть, ребята, и, соответственно, атаковать.
А так вот этого надо бомбануть. Ах ты, в лицо. Ну ладно, хорошо. У него там хилка. Фонтанчик. А, нет, смотри-ка. Не хилка, что-то другое. Вот ты как сделал, да? Вот ты как сделал. Мне не спасти, да, получается? Ну, давай тогда сделаем, наверное, вот так. Ну и пока все. Крокодильчик, да? То есть голема он мне уничтожит, как я понимаю. Окей. Так, этого подбили. О, вирус — это хорошо. Так, ставим сюда. Ставим сюда и ставим сюда. Смотрим. Уничтожает зомби на земле. Сейчас, ребята, прилетит ему в лицо. Окей. Погнали. Так, еще есть немножечко энергии. Так, смотрим, 7, да, ему надо нанести мне в лицо. Так, срабатывает защита. Ну, здесь мы хильнемся с тобой. Ага. Ага. Ну, в принципе, ребята, крутенько получается у нас. Блин. Ну, тоже знал. Ты смотри, а? Ты смотри, что у него. Еще и заморозка. Но тут, походу, ребята, все, мне кранты. Даже с умыслом здесь ничего не сделать. Поехали тогда. Тут обмен, тут обмен. Тут мы проигрываем. Тут обмен, и 5 в лицо мы все-таки с тобой получим, как ни крути. Ему всего 2 единицы урона нужно нанести, ребят. Всего 2 единицы урона, понимаешь? О как. Ну давай попробуем сделать вот так. Блин. Тут, походу, дело все, ребят. У меня не получается. Был бы сейчас сумоист, я бы сдвинул бы этого, и все было бы отлично. А так как? А так никак. Сейчас смотрим, если он сюда ставит кого-нибудь, то я проигрываю. Если у него... А у него есть. Да тем более еще и лазербин. Все, друзья мои, тут проиграл. Тоже знал, что у него будет в конце легендарная карта, тем более... Ну, хлыщ, видно по нему сразу. Поехали дальше. Я что-то на... Подожди, подожди. Хочу кое-что проверить. С какого перепуга у меня в колоде столько шаров? Действительно, 3 шара. С чего вдруг? Три шара, 4 защиты. Спортсмена вообще ни одного тренера не выпало у меня. Ну давай поменяем. Сейчас посмотрим, кого нам лучше здесь взять. Можно вирус, конечно, взять. А, можно взять. Даже если хотя бы вот эта карта была, мы бы и то бы, ребята, выжили бы. Так, у меня флакон есть? Есть. 2 штуки аж. Аж 2 штуки. Но, если честно, я даже не знаю, кого взять. Вот это вот можно, в принципе, добавить. Иногда может сделать исход боя, потому что когда нету
кем-то сходить, но есть энергия, да? Ты можешь в конце, после того, как они все сходят, я имею в виду растения, выставить этого вертолетчика, зомби. А нужно нам с тобой две победы, полных две победы. Цитрон, 6-го уровня. Окей, давай посмотрим. Так, ну в принципе здесь меня устраивает все. Ракеты вот этих бы, конечно, побольше. Цитрон задумался. Там у нас кто-то, кстати. Ох, каждый день, ребята, очень много ко мне просят друзей. Всех принимаю, короче. Так, ну что, там выстрел кого-то, нет? Нет. Кто там? Катанда Санфам какой-то. Непонятно, не знаю таких. Второго хода у меня тоже нету, поэтому пропускаем с тобой. Мне кажется, он... Ага, вот что он делает. Нету у меня ничего. Здесь сделаем, наверное, вот так. Сумоиста. Вот это хорошо, ребята. Сейчас мы эту гадость вытянем. Либо сюда поставим, либо сюда. Если, конечно, у него нет могилоеда. А, вот ты как. Вот ты как, гаденыш, решил, да? На заморозочках поиграть. Так, ну что, нам с тобой поможет, наверное, только вот эта вот карта, скорее всего. Хотя не факт. Поехали. Три. Давай так проверим. Цитрон задумался. Начинает, короче, да? И это все, что он сделал. Понял? Так. На кого поставим неуязвимость? Можно, в принципе, здесь влепить. Давай здесь. Или здесь все-таки. Нет, здесь мы 100% уничтожаем, да? Окей, погнали. Так, и вот так. Пятерочка, да? Сюда поставим. Посмотрим, что он будет здесь делать. Оу-оу-оу. Тыкву, да? Хорошо, давай, поехали. У него там, скорее всего, неуязвимка сейчас будет. Ему, естественно, захочется, ну, я так и понял, уничтожить, он хочет вот этого именно. Тут моего спортсмена бомбят. Так-с. Что же делать здесь? Я же могу вот этого выставить, да? 6-5 в конце, в принципе. Давай пропустим. Посмотрим, что он будет сейчас делать. Превращает случайного зомби, ради бога. О! 4-1, отлично. Так, ну что, ребята, тогда мы с тобой... А, я не смогу поставить, да? Но зато смогу этого бомбануть. Полетели, короче. Так, сделаем, поехали. Так, главное, что этот жив. Шар. Так, шар. Смотрим. Если я выставлю, к примеру, вот так. И все пока, да?
Ну, хильнуться мы сможем с тобой в любой момент. Шаром можно уничтожить до 2. Вот это плохо. Тоже не есть хорошо. Блин, 8 в лицо. Конечно, не хотелось бы, но выбора нет, ребят. Захиливаемся и поехали. Так, минус фисташка. А здесь тоже минус, а тут атакует. Сюда, естественно, уже поставим с тобой тренера. Вот так вот. Он, кстати, тоже может поставить на своих растениях неуязвимку. Но этого можно, в принципе, шаром бомбануть. Но здесь немножко похуже. Хотя обмен получится. Нормально. Обмен получится. Так, ну что, будем бомбить этого, да? Да, бомбанем, наверное, сюда. Это оставим пока. Кого меняем с тобой этого? Поехали. В кого он превратится у нас? Опа. Кого убираем? А, наверное, вот этого уберем. Здесь сделаем вот так вот. Погнали. Где мои все вирусы, скажите мне на милость. Вот они. Ну что ж, давай поставим так. Ну, крокодильчика он может в любом случае поставить, ребята. Меня больше интересует другое. Куда он его влепит? Наверное, сюда, скорее всего. Я вирус сделаю, и мы получим карту. Карта еще будет при этом улучшенная. С этими пока он ничего сделать не сможет. Они под защитой. Ну, я так и думал. Крокодильчик все-таки он выставляет, да? Даже вот так вот делает. Так, получаем улучшенную карту. Кто нам тут? Блин. Флакон выпал. Да как так-то? Почему мне выпал флакон? Оу. Смотри, смотри, видишь? Я сам себя сейчас раскрыл, друзья мои. Ни одно улучшение не прошло. Он, значит, знает, что мне выпало только заклинаха. Ладно, сейчас будем, наверное, через вирус работать. Крахмал. Вот даже как сделал, прикинь. Вот так, ребята. Ну что мы с тобой сделаем? Естественно, вот так вот. И вот так. Погнали. Ему уже не выкрутится в любом случае здесь. Ай, он неуязвимость может влепить. Ну, хотя на один орех. Этот все равно пробьет. Да, этот пробьет, ребят. Тынс. И пока. Ну что же. Переходим в следующий поединочек. Две звезды получили. То есть нам еще один поединок сыграть, и все будет окей. Мы получим с тобой 14 ранг. Ну и что такое? Что опять за ожидание? Вы специально, да, делаете? Вы издеваетесь просто уже. Нет, нашли. Это зеленая тень, 7 ранг. Да ладно. Ну что, шар прикрывает, если что. Плюс у нас страж. Гладиатор, да, этот? Блин, то, что мне хил дали, это, конечно, не очень хорошо. Пока ничего не будем ставить.
Пока ничего не будем ставить и смотрим. О, вот это хороший парень. Так, давай иди сюда. Что он будет? Ничего. Удивительно. Но если я сделаю его так, неужели ничего не сделаешь? Вытягивай две карты. Что-то ищет, ребята. Что-то ищет. Вот только что. Что этот парень ищет? Уничтожает всех зомби, да? Допустим, поехали. Заморозка. Как скажешь. Я надеюсь, он не на заморозках решил сыграть. Так, мы прокачиваемся с тобой по чуть-чуть, потихоньку, полегоньку, да? Давай сюда поставим. У него-то с картишками, ребята, там фулл комплект, я смотрю. В отличие от меня. О, еще и прокачает, да? Понял. Так, удар. И 8 хп остается. Ну что, ребята, что мы будем с ним делать? Есть сумоист. Есть у нас, ребята, сумоист. Сейчас проверим. У них же нет бонусной атаки или есть? У зеленой тени, я вот не помню. Так, 5-4, окей. Так, плюс 2, да, получаешь? Заморозку делаешь, окей. Так, сколько ему? 8 хп, да, нужно нанести? Но это однозначно нужно, я не знаю, сюда, наверное, убирать. Так делать. Сюда ставим так. И сделаем с тобой еще вот так. Интересно, хватит нам вот этого вот 3 и 5, чтобы снести ему голову, а? Давай смотреть. Отлично. Так, 3. Не хватило. К сожалению, не хватило, друзья. Рикошет случайного зомби. Какого? Давай сумоиста. Плохо. Получили все-таки 7 в лицо, да? Похищаем у него одну энергию. Так, ну что тогда сделаем? Давай я, наверное, так сделаю. Еще так. Угу. И сделаем вот так. Пока все. Так, грибочек. Кого улучшать будешь? Так, грибочек идет сюда. И еще грибочек. Что на этот раз? Этого, да, улучшил? Ну, все, ребят, тогда делаем так. Этот грибок уничтожаем. А вот здесь можем... Или даже вот здесь лучше сделать. Давай посмотрим, кто у нас тут превратится. Может, кто покруче? О! Шикарненько. Ну и все. Все, друзья мои. Ему крышка. Пумс. Так. И вот так. Победа.
Но седьмой ранг, друзья мои. Для седьмого ранга, в принципе, неплохо играл чувачок. Так, а мы с тобой получаем 20 гемов. Да, нам еще нужно с тобой сделать... Короче, перейти в 15 ранг, и мы с тобой получаем 1000 гемов. И за них покупаем уже 10 паков. Слушай, а давай-ка мы, наверное, сыграем сейчас... Так, за бабаха. Да у меня, в принципе, здесь играть-то больше не за кого. Только вот за орех и за бабах я могу играть все. Ну и за, конечно же, ржавый разряд. А раньше я играл за разгрома. Так, ну что здесь у нас? В принципе, неплохо. Оставляем как есть. Блин, ну давай рискнем. Просто интересно. Смотри-ка, ничего не стал делать. Допустим. Сумоист. Но я, наверное, сделаю вот так все-таки. Блин. Лучше бы ты мне дал... Что там? Лужайку ставит. Понял. Прощай, зомбик. Ну что, поставим, наверное, этого сюда, да? Посмотрим. Грибы? Ты серьезно? Это, друзья мои, что-то новенькое. Я что-то такого не помню. Гриб... А что он хочет на грибах сделать? Интересно. Ну давай, допустим, я поставлю сюда сумоиста тогда. Так, а с этим-то что будем делать? С этим что будем делать? С этим будем, наверное, ребята, вот сюда его... Ты, господи, ты его можешь вот сюда переставить? Так, лишим его атаки. Отлично. Отличный дихлофос нам выпал. Так, ну что, надеюсь... Блин, конечно, карту сейчас будет тянуть. Если я сделаю так, он же меня вытащит. А вдруг у него есть могилоед? Пропущу пока ход. Посмотрим. Отлично. Уже плохо. 3-5 мне не одолеть, друзья мои. И здесь тоже не одолеть. Ладно, убираем, по крайней мере, кого сможем. Плюс возьмем дополнительную энергию. Погнали. Твою налево, блин, у него еще и защита сработала, а? Мне кажется, нет у него никакого могилоеда. У него есть горячка, это да. Это может быть. Прощай. Тут прокачивается, да, потихоньку прокачивается. Что я могу себе здесь позволить? Сюда поставить... А вдруг он его снесет сейчас, а? Тогда мы с тобой сделаем вот так, наверное, лучше. Крахмал надо уничтожать. Да хорош. Это что за фокусы, друзья? Так, блин, мне его не пробить, а? Так, еще и наносит урон. Совсем оборзел. Ладно, поехали. Сердечки сюда потратим. Сейчас все получат по карте. В том числе и я, да?
Во-во-во-во, хапает, хапает, хапает. Так, теперь смотри. Ставим сюда и ставим сюда. Да ты опупил, что ли, а? Нет, ребят, по-моему, тут нам кранты. Ну это вы снесем. Вот даже как. Еще две карты берет. Этот мне не поможет здесь. Он чисто стоит для того, чтобы, ребят, прикрыть задницу нам. Поехали. Кто у нас тут появится? Окей, годится. Нет, не годится нифига. Без атаки ты мне не годишься вообще здесь нафиг. Так, они сейчас опять будут прокачиваться. Есть у нас с тобой вот эта штука. Это хорошо, ребят. Так, ставим сюда. И все. Все, что я могу сделать. Проиграл, короче, друзья, здесь. Вон еще кого ставит. Тем более мне не поставить. Не хватает. Я мог бы, конечно, уничтожить либо этого, но уже сейчас поздняк. Если бы я знал, что у него колода вот на этих штуках, я бы не тратил бы флакончик раньше времени. Поехали. А я его профукал, поэтому, ребята, как видите, и крахмал не уничтожил, и не уничтожил эту свеклу. Опять ожидание слишком долгое, да? А здесь? А здесь быстро. Опа, одинаковый ранг. Макину какой-то против нас. Твою налево, зачем столько крахмалов-то мне? Блин, а что-нибудь подешевле? Зашибись. Здоровски. Что-то подешевле называется. Выпускает двух дурачков этих амфибий. То есть 4 в лицо автоматом получаем. Мне до сих пор поставить некого. Микс. Ну вот только что миксом могу бомбануть вот сюда. Трэш какой-то, а? Пошли бомбить. Так, ну на третьем ходу я уже могу поставить вот эту вот ягоду. Или грушу. Видишь, что творит? Так, допустим. Подбили, да? Давай защиту есть. Курицу эту нафиг отсюда. Угу. Так, это пират. Пират-бородач. Давай им сделаем так, наверное, и вот так. Нормально. Пумс. Окей. Так, двигаемся дальше. О, даже как. О, даже как. Давай-ка сюда переместим. А сюда поставим орех. Блин, а если у него заклинашка есть? Нету никакой заклинашки, это хорошо. Значит, уничтожаем. Так, двигаемся далее. Он угомонится сегодня или нет?
Что мы можем сделать? Так, 2 единицы урона, да, наносит лава. Блин, мне охота, просто своих уничтожать. Ладно, давай сделаем вот так вот. И нормально, поехали. Так, у него, естественно, ребят, сработает еще. Так, что ты там сейчас достанешь? Зомби получает плюс 3 к атаке, да? Окей. Это для нас не проблема, в принципе, друзья. Курица. Ох, как ты хорошо сделал, смотри. Смотрите, друзья мои, как он чудесно нам сделал. Поехали. Так, ну, понятное дело, что это сейчас уничтожит его. Или он, да, он, по-моему, только атаку качает, да. Это сейчас получит в лобешник. Ой, 5 в лицо же сейчас прилетит. Я забыл про это, ребята, что 5 в лицо у нас идет. Ну, теперь смотрим. О, о, что он делает. Размещает, да? Тогда все, парень, тогда тебе крышка. Ты же всю энергию потратил, всю. А мы сделаем с тобой вот так вот. Вот и все, ребят, песенка спета на этом. Так что бесячество здесь проиграло по полной программе. Так, мы берем с тобой 2 звезды. И еще 2 остается нам взять. Поехали. Сейчас, если мы выигрываем, получаем 2 звезды, и у нас получается 1000 гемов. Так, 7 ранг, это у нас бессмертие. Как бы хорошо, что вы такое даете, но, блин, ну не в данный же момент. Твою дивизию. Ну, я даже не знаю, ребят. Ну что это такое? Ну, вот как тут играть можно? 6, 7. Не очень хорошо. Так, бесячество. Ой, бессмертие пошла на танцорах, что ли, играть будет? А мне опять никого поставить? Слушай, действительно, на танцорах, ребята, идет. Сейчас будет прокачивать танцоров своих. Или как там оно идет? Лобешник получаем. Ну что, придется грушу ставить. Вот кого он хочет прокачивать. Вот, ребята, что он делает. Погнали. Так, так. Я ему еще освободил местечко, да? Для танцора еще одного. На свою голову. Кенгуру. Слушай, а зачем я так буду делать? Я, наверное, возьму, лучше его так сделаю. Да. Так будет поэффективнее. Так, сейчас у нас еще защита сработать должна. Окей. Горячку. Дабы горячку тут поставить. Да давай сюда ее влепим. Окей. Здесь убрали. Кактус. Кактус у нас, да? Так, он сейчас, наверное, выставляет этих со змеями. Опачки. О, как. Вот как ты сделал, да? Хорошо. У него 2 энергии, правда, есть.
Но если я, например, сделаю вот так и вот так. Что у него там за две энергии? Что он может применить? Кого-то прокачать? Улучшить? Берет дополнительную энергию. Вот так вот. Ну что ж, поехали. Так. Окей. Еще карту вытянул. Ну карта там, понятное дело, да? Привидение. Так, мне выпадает еще один кактус. Ну, это понятно, это ничего страшного. Ребята, у нас есть дождик. Так что ничего не боимся. Угу. Вот это будет немножко, наверное, похуже. Что нам с тобой здесь предпринять? Что нам здесь предпринять? Если честно, даже ума не приложу, как тут лучше сделать. Давай, наверное, так вот бомбанем. И вот так вот. Просто кто там, я не знаю. А, вот у тебя кто. Вот у тебя кто. Четыре энергии. Заклинашки у тебя есть там? Есть. Создаю случайного зомби. Индюшка. Ну, ты понимаешь, да, индюшки это не жить. Индюшки это не жить. А как нам тут сделать-то лучше? Карту тянешь. Уже не знаешь, что здесь сделать. Танцор опять. Так все тогда. Если это все твое последнее, что было у тебя. Так, смотри. Мы сделаем, наверное. Ну, получается, вместо... Ага. 4 и 3. Ну да, наверное, мы сделаем с тобой вот так. Вот так. И вот так. Поехали. Так, ну что, этих мы уничтожим. Здесь у нас пойдет чисто обмен. Но у него 14 энергии, а у нас всего лишь 6. Он сдался. Добросовестно, добровольно сдался. То есть, ребята, мы с вами получаем следующий ранг. И гемы. Ну что, теперь пойдем открывать, точнее покупать и уже потом открывать наборы. Так, мы с тобой берем. Кто-то мне сказал, что я постоянно... Ой! Я сейчас купил? Нет, фу ты. Слушай, подожди, а почему это... В плане недостаточно самоцветов. У меня 1000 с лишним самоцветов. Чё-то, друзья мои, не врубаюсь. Вот смотри внимательно. А в чем проблема-то? Слушай, подожди секунду. Давай-ка я, наверное, перезайду игру. Я не знаю, может быть, это какой-то баг. Ну, ты видишь, 1000 гемов, да, нужно. У меня 1005. Всего хватает. Давай перезайдем, может быть, после получится. Ну что, я перезашел в игру. Давай проверим. Наборы. Ну-ка. Блин, а вот сейчас все сработало, друзья. Я говорил, баг какой-то был. Так, 10, 11. Ну что? Давай смотреть. Так, это у нас обычные карты. Пока ничего абсолютно новенького я не вижу. Вообще ничего. Так, редкие пошли. Да ладно, сколько одинаковых-то. Мега редкие. Все-таки есть. Так, опять нам выпала лужайка. Еще лужайка. Так, неплохо. Есть, ребята, а что?
Да ладно, ну, ну, друзья мои, ну этот есть у меня чудик. Кто-то мне писал в комментариях, что этот зомби очень классный и он очень многим нравится. Я не знаю, ребята, в чем он крутой. Он дает нам обычную карту. А, нет, он не карту дает. Он превращается в случайного зомби стоимостью 3 энергии, если разыгрывается научная карта. Хоть стоит он сам одну единицу энергии всего лишь. Ну, в принципе, ребята, вот я рад, что мне две лужайки выпало, вот эти вот. Одна у нас выпала в прошлой серии такая, теперь у нас их две. И это у нас, по-моему, для амфибий, да? Да, это лужайка для амфибий, это ландшафт. Растение здесь со способностью амфибии получает плюс 2. И я думаю, в дальнейшем пригодится. Ну и кучу всяких разных карт. Ладно, грех жаловаться, все-таки получили одну легендарку, даже пускай она у нас и есть. Так, ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!